Ну что, ребята, очередное. Мы увидели сообщение о том, что собака третьи сутки лежит где-то здесь, во дворах. Мы сейчас едем смотреть, где собака, и что она не встает. Правда или нет, не знаю. Собака рыжая, мальчик или девочка, никто не знает. Поэтому, ребята, едем с Лилией сейчас вдвоем смотреть, где эта собака. Должна еще подъехать девушка Татьяна. Ждем. Нашли елку со звездой. Дальше куда? Вот где гараж вот этот. Так, по кругу. Ну, давай пройдем, посмотрим. Давай пойдем по кругу и посмотрим. Пока никого. Нету, да? Так, где она может быть? Так, здесь тоже нет, ей негде лежать. Ну и где собака может быть? 3 дня лежит. Где? Хоть бы конкретно указывали место, ребята. По-другому ведь тяжело искать. А то ориентир. Так. Ну-ка. Так, здесь. А, нашли миски. Нашли место. Так. Ты что-то видишь? Нет, вон она лежит, смотри. Вот она. Малыш. Малышка. Малышка. Привет, мой хороший. Привет. Привет, мой хороший. Привет, привет. Привет. Горячая. Ну, горячая, да? Молоденькая подросточка. Подросток. Подросток, мальчик, девочка. Не вижу я. Ну, ты, ребенок, давай я снимай дальше. Что, ребенок? А носик горячий у тебя. Носик горячий. Ну что, моя солнышко, что с тобой? Тебя сбили? Или что, мой хороший? А? Так. Попробуешь поднять? Не буду рисковать с открытым углом. Если ему больно, он нас съест. Бинт? Да, нужен бинт. У тебя есть? Сейчас, моя солнышко. Сейчас пойдем посмотрим. Ой, здесь у нас что? Вот так. Угу. Не бойся, я тебя укрою. Вот так. Полежи, пока мы сейчас принесем. Полежи, мой золотой, хорошо? О, она пошла. Не понял. Ты ее одела, девочка, она пошла? Ты пошла, мальчик, куда ты пошла? Ты девочка или мальчик? Может, поводок есть тогда? Красивый зверь. Ну, посмотри, кто. Нормально лапа? Угу. Стоп. А, просто стоит так. Девочка. Девочка? Да. Просто стоит, лапа вытянута. Да, лапа. Видео сделай как-нибудь. Не, она подтягивается. Она просто подтягивается. Ну, в любом случае забирать надо. Ребята, ну как всегда, да, обманный вызов. Ребенок прекрасно сам бегает. Единственное, что эта девочка молодая, и мы не знаем, стерилизована она или нет. Желательно бы ее забрать и стерилизовать. Ну что, у нас есть поводок дома в машине? Нет, нет, у нее была бы клипса, Лиль, если бы она шла по этому. Пошли, мое солнышко, пошли. Пойдем с нами. Просто помнишь, мы в здании стерилизовали собаку? Да. Помнишь? Помню, да. Одна в удочке была. Мы сюда уже приезжали. Она даже машину нашу знает, ребят. Она прекрасно знает нашу машину, а? Коза ты. Что, мое солнышко? Пойдешь с нами? Что, девочку удалось заманить в машину. Да, красота моя. Едем в приют. Там ее проверим. Если не стерилизованная, стерилизуем. Ну что, красота моя. Кто ж сказал, что ты лежишь, умираешь тут 3 дня, а? Девочка моя. Ты красавица. Умничка моя. Хорошая девчонка. Просто хорошая девочка. Иди сюда. Поднимай мордочку. Ты моя красота. Умничка. Все, застегнул? Аккуратненько. Ты мое солнышко, в вольер сейчас пойдешь пока. Пойдем, делай петлю сразу через животик. Да, делай шлеечку. Все, пошли, солнышко. Подожди. Давай, подержу. Держи. Так, все. Сейчас.